Итак, дорогие участники, мы рады приветствовать вас на очередном открытом семинаре проекта «Читая классические арабские тексты». Полное название нашего проекта – «Изучение классических арабских текстов как методологическая основа исследовательской деятельности». Но это такое название длинное, хотя оно и отражает в полной мере, мы считаем, цели и задачи проекта, потому что чтение, перевод и комментирование текстов позволяет нам чувствовать себя первооткрывателями, исследователями, ну и, наверное, в чем-то помогает в дальнейшем развиваться нам как арабистам, не только как переводчикам, но и как исследователям, помогает при написании исследовательских работ, курсовых работ, проектов и даже в будущем выпускных квалификационных работ. Работа интересная, кропотливая, требующая времени и усилий от участников проекта, поэтому, к сожалению, не часто получается у нас выносить на ваш суд наши достижения, но иногда мы все-таки позволяем себе это сделать, и хотя у нас еще остается в нашей работе, в том числе и в тех фрагментах, которые будут представлены сегодня вашему вниманию, много вопросов, может быть, такие обсуждения на семинарах позволят нам приблизиться к истине. Мы будем поэтому благодарны за любые мнения участников семинара, наших дорогих коллег, преподавателей арабского языка, прекрасно знающих арабский язык, и коллективное мнение, возможно, поможет нам вот решить какие-то неясные задачи. О чем пойдет сегодня речь? Речь пойдет о книге Мухаммада Аль-Химери, которая написана в конце XIV века и которая называется «Ар-Рауд аль-Мятар фи Хабар аль-Ахтар». Мы перевели это название как «Благоухающий сад новостей из разных стран». Переводом фрагментов этой книги занимается не первое поколение арабистов школы востоковедения, но, может быть, поколение – это и не совсем подходящее слово, хотя, если мы будем считать поколением курс-выпуск, то получится, да, что уже не первое, а, наверное, третье. Первые переводы делали арабисты, которые закончили школу востоковедения в 18 году, и переводы этих небольших совсем тогда фрагментов, это были наши начальные попытки, мы знакомились тогда с трактатом, они опубликованы на сайте проекта «Классические арабские тексты», а ссылка на этот сайт есть на сайте школы востоковедения. Вот там можно будет посмотреть эти переводы. Затем над этим трактатом работали наши выпускники, но не все опубликовано на сайте, потому что еще не все дают разрешение публиковать свои переводы. Но в основном, конечно, мы все стараемся там размещать, и мы можем посмотреть презентацию на сайте «Дамаск, драгоценнейший город Шама». Это цитата из трактата. Эту презентацию по итогам работы над статьей про Дамаск делали нынешние участники проекта Маргарита Андреева, Снежана Чернявская, Николай Архипов. И сегодня они нас познакомят со второй частью перевода статьи про Дамаск. Это будет второй доклад в рамках семинара. Первый доклад будет посвящен статье про Армению. Его подготовили Карен и Давид Гаспаряны. А до докладов мы предоставим слово Асланбеку Мавдиновичу Сулгиреву, который расскажет нам о личности Ихсана Аббаса. Ихсан Аббас, я с ним встречаюсь, это редактор книги, подготовивший трактат к изданию. Мы как раз знакомимся с его комментариями, читая текст «Аль-Химери». И до этого я ознакомилась с его работой над трактатом Сибавейхи. И, конечно, когда все это читаешь, смотришь,
изучаешь комментарии, не можешь не удивляться той громадной совершенно работе, которая выпадает на долю редактора таких классических текстов, потому что понятно, что для того, чтобы выпустить в свет такую книгу, которая была написана много веков назад, и для которой существует ни один список, ни одна рукопись, все это сопоставить, выделить оригинальный текст, выделить то, что было привнесено временем и, может быть, не принадлежало автору, и систематизировать, классифицировать и откомментировать. Это громадная работа. Ну и сегодня мы узнаем от Асланбека Малдиновича, что он нам хотел рассказать о личности этого редактора, которого Асланбек Малдинович назвал шейхом арабских исследований в лучших традициях арабского классического наследия. Пожалуйста, Асланбек Малдинович, мы передаем вам слово. Спасибо за предоставленное слово. Лишний раз пришлось покопаться, и для меня было польза восстановить старые знания. И вот мне включать теперь, да, презентацию? Да, пожалуйста. Значит, добрый вечер, ахлан ва сахлан, коллеги и наши студенты. Работу, которую вы идете, она очень хорошая, поскольку не везде, я замечаю, занимается вот первоисточниками, в частности, научными исследованиями вот таких известных трудов, как арабской литературы, так и вообще арабской классики наследия. Сегодня у меня маленькая презентация известного мухаттиба, правда, я сейчас пока, как правильно сказать, редактором будет или мухаттиб, как правильно будет перевести, я до сих пор затрудняюсь это сказать, конечно. Он как научный редактор, как научный исследователь. В арабском языке вот этот термин переводится как мухаттиб и мухтутат. Значит, он известен в арабском мире наряду с другими известными мухаттибин, к Абдусалам Харун, Махмуд Шакир, с его братом Ахмад Шакир и другими исследователями, которые сделали большой труд, большие вот исследования и дали возможность современным исследователям, а также для составителей программ учебных, предоставили возможность знакомиться с первоисточниками арабской литературы, в частности. Ихсан Аббас родился в 1920 году, умер в 2003 году. Называется, то есть именуется, так скажем, шейхул мухаккикин, наряду с нашим Абдусалам Харун, тоже у него есть такой титул, так, прозвище. Так, также он известен, Ихсан Аббас, своей, то есть своим вкладом в критику, в частности, современной арабской литературы. Также он является просветителем, поскольку большой вклад у него в создание вот учебных материалов. И, само собой, он еще и писатель, оказывается, у него есть сборник стихов, который он в молодости написал. И начнем с места его рождения. Айн Газаль – это западная Палестина. Вот это старый снимок до того, как она в 1948 году, эта деревня была уничтожена в ходе вот, арабско-израильской войны. То есть родился Ихсан Аббас в 1920 году в этой маленькой деревушке, как я сказал, в западной части вот, Палестины. А в детстве он в своей автобиографии пишет, что единственная книга у него были это Коран, само собой, как любой вот,
мусульманская семья, и известные энциклопедии, антологии автора 15 века египтянина. Ну, в смысле, он-то не египтянин, но жил в Египте, Аль-Мустатраф. Эта книга была известна в свое время даже. Я, когда занимался каталогами рукописей, оказывается, Аль-Мустатраф в 1904 году была напечатана еще в Махачкале, в то время Петровск назывался, типография Петровска. И переведена, не вся эта книга, а часть ее, то, что касается нравственности, переведена была на аварский язык. Так что эта книга была как своего рода настольная книга в то время, где вот содержится вот много историй. Полное название «Китаб аль-Мустатраф» и «Кулли фан аль-Мустатраф». Значит, книга об интересном, в каждом виде вот изящества, в каждом виде вот изящных, так сказать, наук. Эта прозаическая антология состоит из 84 глав. Там собраны все жанры, в том числе афоризмы, там исторические рассказы, анекдоты, все-все-все. Это, как я сказал, была вот настольная книга в то время. Дальше вот учеба. Начинает он учебу в Хайфе. А вы слайды листаете или... Я просто, например, не вижу, чтобы слайды листались. Это у меня одна такая проблема. Так видно вот то, что я листаю? Я только первый слайд вижу в данный момент. Да, нам тоже только первый слайд видно. Так. Теперь... Ну, я демонстрацию включил, не знаю. Теперь четвертый видим. Просто когда вы включаете режим показа, то оно не листается. Так, ну у меня вот демонстрация включена. Вот. Константин Малдинович, можно вручную их переключать? Ну да, я вручную их переключаю, да. Ага. Можно без слайд-шоу? Да, вот так видно. Да. Угу. Так видно, да? Да, сейчас да. Слайд мы видим. Ага. Значит, возвращаясь, ну тогда у меня не будет вот этого. Может, я вот выключу и заново включу его, чтобы... Как вам удобно, Асланбек Павлович. Но если вы будете вручную переключать, нам все хорошо видно. Сейчас. Так. А теперь видно, да? Пока только рабочий стол с файлом. Так. Странно. Вот я вот открываю файл. Так, сейчас надо немножко подождать, я думаю, он загружается. Угу. Нет, пока не открывается. Может быть, вы его перешлете, вот, например, Андрею Владимировичу, да, и он нам поможет. Хорошо. Перешлете сейчас? Да-да. Сейчас тогда, да, технический перерыв на одну минуту мы делаем, а я Андрею Владимировичу даю права. Так, куда это? Так, как мне сейчас этот выйти отсюда? Да, вы перешлите, пожалуйста, слайд. Угу. Я вот это окошко хочу вот убрать, чтобы вот... Ага. Так. Я пока скажу несколько слов про Асланбека Мавдиновича Слагиреева, нашего коллегу и участника проекта «Классические арабские тексты», чему мы очень рады. Мы к нему обращаемся за консультацией по сложным случаям, потому что Асланбек Мавдинович получил образование по направлению арабская филология в Иорданском университете, является очень знающим и понимающим как раз в чтении книг, в том числе классических,
коллегой, и Асланбек Малдинович, насколько я понимаю, изучал специальный курс в магистратуре по работе с арабскими рукописями. И нашим студентам повезло иметь такого преподавателя, который может научить их, как правильно работать, как подходить к вопросу, к работе с арабскими рукописями, потому что это, конечно, уникальные знания, уникальные компетенции. Так что имейте, пожалуйста, в виду и знайте, к кому можно обращаться в таких случаях. Получилось что-нибудь, коллеги? Андрей? Так, я отправил на WhatsApp. Да, отправил на WhatsApp. Сейчас, я думаю, Андрей Владимирович нам эту презентацию откроет. Ну, пока мы можем, я думаю, послушать и слайдов, да, про... Ну, я могу тогда продолжить, да. ...дающегося филолога. А слайды посмотрим. Когда так, теперь вот... Еще вот... Так, что у меня видно здесь? Видно первый слайд. Ага, первый слайд. А вот... А если вы вручную нажмете на слайд 2, мы увидим второй. А вот так видно, да, сейчас? Тоже первый слайд. Ага. Окей. Ну, как... Ну, тогда я продолжу. Значит, «Аль-Мустатраф» была вот известная книга в свое время. Дальше учеба у него начинается в Хайфе. Это недалеко от Айн-Газаль. И среднюю школу, начальную школу он заканчивает в Хайфе. Потом среднюю школу Сафат, тоже вот Западная Палестина. В 1937 по 1941 году он учится в арабском колледже в Аль-Отс в Иерусалиме. Потом из-за хорошие знания, хорошие успехи он направляется по стипендии в Египет, в Каир, Каирский университет. Нынешний в то время назывался университет Фуада I. В 1946 году он получает в этом университете бакалавриат, то есть заканчивает бакалавриат, получает диплом по арабской литературе, то есть фи аль-адаб аль-араби. Дальше он в том же университете, так как 40 по событиям, которые происходили в то время в Палестине, семья его переехала в Ирак, и он вынужден был продолжить свою учебу, остаться в Египте. И в 1952 году он заканчивает в этом же университете магистратуру и пишет диссертацию на тему «Аль-Адаб аль-Араби фи сикилля сикиллия аль-Исламия», значит, арабская литература в исламской Сицилии. Дальше в 1954 году он защищает докторскую диссертацию по теме «Хаята зухт в асаруху фил адабиль умави». Значит, это аскетизм и его роль в амиатской литературе. Конечно, он свой признается, что его вот эта докторская диссертация якобы не так хорошо ему удалась, поэтому эту диссертацию он не напечатал. Дальше его жизнь продолжается после учебы. Он направляется по совету Шоукат Дейв, тоже известный критик, известный писатель, известный просветитель с того времени. Он едет в Судан и там преподает с 1951 года арабскую литературу в колледже Гордона, ну, который сейчас называется Хуртумский университет. Дальше он возвращается в Бейрут уже,
после этого в 61 году, так как контракт у него заканчивается, 10-летний, он его с удовольствием принимает. Угу. Я всех прерву, мой скрин видно? Угу. Сейчас спасибо, Андрей Владимирович, видно. Сейчас я включу этот самый показ, а вы мне скажете, он работает или нет. Работает, видно? Ага, да. Видно? Пока видно первый слайд. Ну, мне все видно, да. Второй слайд видно? Да, видно, да. Ну, все, ага. Значит. Да, спасибо. Да. Я буду показывать. Ага. Не говори, значит, какой слайд надо когда включать. Ага, значит, вот это село, то есть деревня Айн-Газаль, в 48 году полностью это поселение было уничтожено. Семья Ихсан Аббаса переехала в Ирак, а сам он в то время находился на учебе в Египте. Поэтому здесь он вырос в 20-м году. И перелистываем дальше. Так, это книга «Аль-Мустатраф». Я специально нашел такое старое издание, которое тогда печатались как известных типографий «Аль-Булак», «Аль-Халеби». Здесь эта книга, как я сказал, была настольная книга того времени. Дальше можно. Учеба начинается вот это Хайфа. То есть в Хайфе он с 37 по 41 и в Сафаде там заканчивает школу, а вот с 46 года как раз вот у нас черно-белый снимок. То есть это колледж, который здесь черно-белый снимок, колледж называется Аль-Кудс, арабский колледж. А в 46 году то, что вы видите внизу, это университет Фуада, который в 1952 году после революции был назван Каирским университетом. Там он начинает свой, заканчивает бакалавриат. В 1952 году заканчивает магистратуру на тему вот «Аль-Адаб аль-Араби фисикилия аль-Исламия». И в 1954 году он защищает диссертацию на тему «Хаяту зухд ва асруха Филь-Адаб аль-Умави». Работа у него начинается. Он еще тогда, будучи в колледже, преподает определенным дисциплинам. И после окончания университета Каирского он направляется на работу по контракту в Хуртумский университет с 1951 года по 1961. Он там работает, преподает арабскую литературу. Дальше в 1961 году он возвращается, вернее, его приглашает в американский университет. В Бейруте вот этот снимок внизу, сверху черно-белый, это Хуртумский университет, старый. Дальше также Ихсан Аббас становится известным в широких кругах критиков, востоковедов. Его уже начинают приглашать в разные университеты, также вот в западной и американской. Он в середине 70-м году читает лекции в британских университетах, затем его приглашает в 71-м году в Германию, где он читает лекции в университетах и востоковедческих центрах. В 75-76 году он приглашенный преподаватель, приглашенный профессор в американском университете Принстонском, где он читает «Итиджахат шиар аль-Араби аль-Муасир». Так, мы, наверное, вы помните, что была арабская диаспора, которую создали в то время Рабита Талкалам, как в Северной, так и в Южной Америке. И они, как Джубран Халиль Джубран, Михаил Нуайма и другие, участвовали в эмиграции, создание современной арабской литературы. С 81 года он уже после, ну, он уходит на пенсию, возвращается в Амман, и там в 2003 году его не стало.
Дальше можно, нельзя забывать про, да, вот этот слайд. То, что есть такая премия короля Файсала, которая международная премия короля Файсала, награждает люди, которые вносят большой вклад в развитие, то есть сохранение наследия, в частности, вот как раз Ихсан Аббас получает вот эту премию. В 81 году получает такую же премию Абдусалам Харун. Ну, чтобы мы знали, что вот Ихсан Аббас идет наряду с Абдусалам Харун, который вы уже знакомы по книге Сибовой. У него много, он в общей сложности, он, ему перу, его перу принадлежат вот 100 работ, из них большую долю занимает его научные исследования или научная редакция вот этих старых рукописей. Некоторые рукописи были, конечно, изданы в тому времени. Некоторые европейские издательства, как Лейден, там, в Лондоне, в Германии, в Италии издавались некоторые рукописи, но они должным образом не исследовались, просто брали рукопись и набирался текст. Было там много вот ошибок. И именно вот с начала 20 века появляется вот такое движение, как Ихья ат-Тураф аль-Араби, Ихья ат-Тураф, то есть возрождение вот наследия, и включает в эту работу известные исследователи, как Абдусалам Харун, наш Ихсан Аббас, как Махмуд Шакир и другие, начинают переиздавать уже с научной обработкой известные труды, как нам известные, допустим, Ихсан Аббас издает «Юхаккик китаб», «Уфаят аль-Айям», дальше «Нафхутиб», тоже вот хорошая книга, «Рисалат Расайль Афан Ибн Хабзам Аль-Андалуси», тоже вот известная книга, «Китаб аль-Агани», тоже вот, которую нельзя забыть про нее. И вот наша книга «Рауд аль-Ми'тар» тоже принадлежит ему. Дальше переходим. Из книг, которые он написал, большая часть из них относится к критике вот современной литературы, как он написал хорошую книгу, по которой я вот в свое время писал курсовую «Бадршакер Ас-Саяб». И вот тоже у него интересная книга, как вот Абдул-Вахаб Аль-Баяти. Они вот иракцы, как и Назик Малайка, являются вот первыми, кто так ввел в научный оборот, так скажем, свободное стихосложение, ашъар-ул-хурр, свободное, то есть не по традиционной арабской стихосложению написанные стихи. Дальше у него вот очень хорошие книги, которые мы в свое время тоже пользовались, изучая вот «Нагдул-Адаби», то есть критика арабской литературы, как у нас идет, у него там дальше идет. Здесь у него «Фанно-Ши'ар», «Фанно-Сира», закладывает в жанры «Фанно-Сира». В то время, вот в начале 20 века, как раз появляются вот новые жанры, в том числе и вот наш «Фанно-Сира». Дальше он, у него очень хорошие работы по литературе Андалуса. Здесь, как вы видите, «Тарих аль-Адаб аль-Андалуси», «Фи аср аль-Куртуба» и «Аль-Мурабитин» тоже. Дальше можем продолжить. Тоже у него интересная книга «Итиджахат аш-Ши'р аль-Араби Муасир», где он показывает, какие направления у арабской современной литературы. И тоже у него, как мы сказали, работа была магистерская по Сикилле. И здесь, как вы видите, у него «Аль-Араб фи Сикилле», или дальше у него «Муаджим аль-Улама аль-Шуара аль-Сикилийин». И можем дальше.
Также у него есть сборник стихов, который он написал, будучи еще в колледже в 1940-48 году, который он потом уже в дальнейшем уже вот напечатал. А что касается про «Ильму Тахкик», то я просто не успел вам подготовить презентацию, да. И это наука, но это можно вот обратно, я просто за основу взял другой. Что касается «Ильм Тахкик», то это очень ответственная работа. Сама эта наука, она давно зародилась, начиная вот с древних времен, поскольку, в частности, вот средние века, когда вот эти рукописи стали уже переводить на печатные книги, и была необходимость правильно разбираться вот этих текстов. Я говорю о даже европейских изданиях, которые переиздавались. А когда типография перешла и в арабские страны, то, как я сказал, сначала они издавались в печатном виде без должного научного исследования, а потом уже, когда в науке стали появляться определенные нормы научного редактирования исследования, в частности, в Каирском университете, я сейчас забыл, как он назывался, Бергенштрассе, даже читал им лекции по научным редактированию исследованию, и понемногу арабские исследователи стали получать опыт в этом деле, и до сих пор этот опыт обогащается. А те, которые мы, вот вы ожидаете, сами свидетели, которые книги издавались другими авторами, Абдусалам Гарун, мы видим теперь, они переиздаются в новом исследовании, как Аль-Бака, который у нас тоже есть в нашей библиотеке. Дальше, что хочу сказать, когда вы, наверное, замечали, когда вы делаете, переводите книгу, то Аль-Китаб Аль-Мухаккак, то есть книга, которая на самом деле научно исследована, это редактирована, обязательно присутствует Аль-Фахарис, то есть те приложения, которые обязательно должны быть в конце книги. Это Аль-Фихрис или Фахарис глав, как в любой книге бывает, в дополнительную. Это туда входит и стихи, которые расположены по рифме последней буквы. Дальше туда идут и а'лам, то есть известные люди, известные ученые, которые указаны в данной книге. Дальше идут фахарис аль-амакин валь-кабаиль, в частности, вот, когда вы переводите вот эту книгу, связанную с Арменией, вы не заметили, там внизу фахарис написано, сколько раз слово Армения присутствует в данном тексте. Дальше фахарис туда идет уже в конце, как следует, первоисточники, а потом идут сами основные современные книги, которым пользовался Аль-Мухаккик. Также вот идут комментарии. Если какой-то, вы сами были уже свидетелем, вы сами занимались, когда вы занимались переводом Китаб Сибавей, что каждый вот указанный ученый, каждый указан автор какой-то книги, надо найти про него информацию и в краткой такой справочной форме или внизу страниц, или в конце книги это все указать. Это все входит, как говорится, в амалийте тахкик, и вот эти книги, которые Аль-Мухаккик, как раз могут служить хорошей базой для дальнейшего исследования, для любого вот ученого. То есть у меня, в принципе, вот все. Я просто, у меня времени не было все так хорошо подготовить. Надеюсь, я был чем-то полезен. Асланбек Малдинович, спасибо большое. Было очень интересно это все услышать от вас. И я прошу, предлагаю
нашим участникам семинара задавать вопросы. И если позволите, я задам первый вопрос. Асламбек Малдинович, в отношении Альфа-Гарис, приложений, можно ли утверждать, и справедливо ли будет сказать, что есть какой-то необходимый минимум этих Альфа-Гарис, потому что мы действительно видим одни и те же, да, приложения в разных книгах. Есть ли какой-то необходимый минимум, или все-таки каждый редактор может произвольно составлять те приложения, которые он считает необходимым именно с учетом характера книги? Вот по новым стандартам, которые мы проходили, Фагарис должны включать, помимо содержания самой книги, помимо глав, должны включать, как я сказал, в первую очередь, тут, ну, если, допустим, это исследование касается религиозного характера, то туда идут аяты из Корана, потом вот изречения пророка по этапу, имеется в виду, по порядку. Дальше идут стихи, которые приведены в данном тексте, то есть выводится первый стих. Если там, допустим, несколько байтов, то выводится первый стих и указывается его, то есть распределяется по кафия, то есть по последней букве. Если у нас последняя буква М, то она идет вот в графе М, аль-мим. Дальше идут аль-а'лам, обязательно должны быть указаны все вот выдающиеся люди, которые указываются в тексте, ну, туда входят не только вот авторы каких-то книг, но и исторические деятели, которые указаны в данном тексте. Они вот под Фахрес Аль-А'лам. Дальше идут Аль-Кабаиль Валь-Билад, то есть какие племена там указаны, какие, в частности, если это географического, исторического плана, то это тем более обязательно. Там должны быть указаны все народы и народности и страны, которые у нас в данной книге вот присутствуют. И в последнюю очередь идет строго. Сначала идут аль-масадир, то есть первые источники, а потом второе идет аль-мараджа, так называемый мараджа. Это вот второстепенные источники, которым пользовался мухаддис, и обычно они бывают вот современные. Вот такой порядок нас учили, такой порядок, он, в принципе, в последних работах лиль мухаккихин, он вот сохраняется так. Иногда он, вот иногда, если вы заметили в вашей книге, то, что вы сейчас сегодня показываем, будете презентовать, очень много вот таких, очень много работ проделал Ихсан Аббас. Тем более, не забывайте, в то время не было ни компьютеров, никаких средств, других средств, которые они могли бы электронным способом, компьютерным способом сортировать. Они все это делали ручкой и тетрадкой, и выписывали, потом записывали. Это был действительно вот большой труд. Спасибо большое, Асламбек Малдинович. Уважаемые участники семинара, есть ли у вас вопросы? Вопросов пока нет. Если появятся вопросы, вы можете их направить в чат или после первого, или после второго доклада, задать их, подняв ладошку. Да, здесь такие есть опции, все, наверное, знают, как ими пользоваться. Мы благодарим Асламбека Малдиновича. Я надеюсь, что у нас будет и в дальнейшем возможность послушать эти уникальные сведения, потому что вряд ли где-то еще получится узнать о таких тонкостях редакторской работы. Но лично у меня есть вопросов много еще, но я пока не хочу отнимать время у участников семинара. И сейчас мы передадим слово Карену и Давиду, которые подготовили доклад с названием «Армения с кясрой первого харфа и суккуном второго». Обращу внимание, это, я думаю, понятно всем, даже первокурсникам, да, «Армения с кясрой первого харфа и суккуном второго». А почему же тогда Армения? Вот об этом мы не только мы узнаем из доклада, а просьба особая к коллегам, присутствующим на семинаре: Ирина Алексеевна Царегородцева, Рами Мухамедович Аль-Кальюби, Алексей Иванович Мищенко и Андрей Владимирович Чупрыгин, к вам просьба. Я знаю, что ребята подготовили несколько вопросов в отношении перевода, и если у вас какие-то будут
по этому поводу мысли, соображения, мнения. Мы очень просим вас их выразить после доклада. Асламбек Малдинович, к вам, конечно, это тоже относится. Я передаю слово, пожалуйста. Да, здравствуйте. Сегодня мы с Кареном хотели бы рассказать про отрывок из статьи, из трактата арабского автора Аль-Химьери. Название доклада выбрано, как сказала Лариса Альбертовна, не случайно. В начале своего описания Аль-Химьери отмечает, как именно следует читать название Армении, то есть Ирминия. В большинстве своем, конечно, арабские авторы передают форму Армения, и во время перевода мы все-таки придерживались традиционного названия. Судя по всему, это некая неточность Аль-Химьери, иначе бы вариант Ирминия встречался бы и в других источниках. Однако вот именно вот это название ярко свидетельствует, вот этот кусочек ярко свидетельствует о необычности всего текста Аль-Химьери. Описание Армении в данном трактате небольшое, но в ходе вот работы над данным отрывком мы столкнулись с множеством интересных вопросов, которые касаются самого арабского текста, стиля изложения автора, ну и, в принципе, историко-географического описания страны. Текст условно можно поделить на два блока. Первый – это описание завоевания Армении в середине VII века при праведных халифах, в частности, при Омаре и Усмане. И второй блок – это блок преданий, то есть это и этногоническое предание, и интересная легенда о Харуне ар-Рашиде, а также описание загадочных мест в Армении. Сложно сказать, был ли автор на самом деле в Армении, однако вот данный отрывок свидетельствует о том, что Аль-Химьери был знаком с различными источниками, с различными трудами арабских авторов, и, вероятнее всего, он заимствовал много материала. Единственный автор, на которого Аль-Химьери оставляет источник, это Аль-Вакади, арабский историк 8-9 веков. А также вот это Ат-Табари, которого отмечает редактор арабского текста. Очень много материала, да, Аль-Химьери заимствовал у Ат-Табари. Вот сам текст Аль-Вакади также сохранился в капитальном труде Аль-Вакади. И мы в ходе работы, однако, предположили, что у Аль-Химьери могли быть и другие источники, и вот на основе сравнения мы как бы попытались их выявить, на основе сравнения разных текстов. Начнем, пожалуй, вот с начала текста. Начинается статья с того, что вот эта страна, известная страна, которая состоит из множества областей, и жители которой, армяне, дали название. Это народ, подобный ромеям и другим народам, то есть христианский народ, и он был завоеван во времена Османа, да будет доволен им Аллах. В 24 году Армению покорил Сальман ибн Рабиа аль-Бахили, то есть в 24 году по хиджре, это 644 год Рождества Христова, и вот Аль-Химьери отмечает, что в год, это год, когда правителем стал Осман, следующий после Омара праведный халиф. И в этом году, в 644 году, Аль-Валид ибн Огба совершил поход на Армению и Азербайджан с целью лишить жителей этих стран того, что им было обещано при заключении мира во времена Омара. Вот здесь мы выделили эти интересные отрывки. Далее Аль-Химьери описывает, что Аль-Валид призвал Сальмана ибн Рабиа аль-Бахили и отправил его впереди себя. Он вышел в сопровождении большой группы людей, желая утвердить свое влияние на земле Армении. Он шел, пока не вошел в Азербайджан, и отправил Аль-Валид Сальмана ибн Рабиа в Армению во главе 12 тысяч воинов. И тот прошел по Армении, многих взял в плен, захватил добычу и с полными руками
Сальман ибн Рабиа вернулся к Аль-Валиду. Вот здесь вот мы выделили кусочек с договором в дни Умара, то есть до 644 года. Данный отрывок, можно сказать, был заимствован у Ат-Табари, как вот уже выяснилось. И известно, что были совершены до 644 года походы на Азербайджан, и в 643 году окончательно Азербайджан, который находился южнее реки Аракс, он был завоеван, это территория современного Ирана. И Азербайджан, с Марспаном, которого был заключен договор в дни Омара, стал таким плацдармом для покорения Армении. И в 643 году, как упоминают армянские авторы, арабские войска совершали поход на территорию Армении, на территорию Васпуракана, в Нахичеван. Многие селения они разорили, но ни о каком договоре речь не шла на самом деле, потому что это были больше грабительские набеги, после которых арабские войска как бы после столкновения с византийскими и армянскими военачальниками, после этих столкновений они возвращались. Вторым плацдармом стала Джазира и Сирия. Также вы это можете увидеть на карте. В период Омара, то есть опять же до 644 года, арабы вторглись в Армению. И даже в 640 году они разорили столицу Армении Двин, но все равно армянские и византийские войска вытеснили арабов из Армении. То есть, опять же, ни о каком договоре речи, ну, быть, наверное, не может. По крайней мере, это достаточно спорно. Руководил походами на Армению со стороны Сирии Муавия, фактический правитель, а также подчинявшийся ему военачальник Хабиб ибн Маслема. И вот Хабиб ибн Маслема как раз вот в этот период до 644 года совершал походы на территории византийской Армении, в частности, вот вы можете видеть на Самосату в Ефратесии, на четвертую Армению, третью Армению, это территория Каппадокии, Малой Армении, в принципе, вы вот можете тоже увидеть на карте, это, конечно, карта чуть более ранняя, но мы ее использовали для того, чтобы именно показать, где находились эти территории, которые были под ударом арабов. Получается, после одержания победы и удовлетворения своего желания Аль-Валид удалился. Когда он вернулся в Масул, то есть вот после этого восточного его похода через Азербайджан, ему пришло письмо нового халифа Усмана, и в нем было сказано: «Муавия написал мне, великое множество византийцев напали на мусульман, и я решил, что мы направим им подкрепление из числа их братьев, жителей Куфы». Арам Наапетович Тергивандян, армянский востоковед, арабист, отмечал, что, ну, вот, опираясь также на текст Ат-Табари, что Усман должен был получить вот это самое известие в 644-645 годах. Вот этот поход сирийских войск должен был также проходить с помощью вот жителей вот этой иракской Куфы, и он должен был этот поход быть совершен именно в это время. Однако арабские авторы, в том числе и Аль-Химьери, далее описывают историю столкновения вот этого военачальника Хабиба ибн Маслема с византийским военачальником, с патрикием византийской Армении, провинции Армениакон, Маврианом Рамейским. Давайте вот посмотрим на этот отрывок. Аль-Химьери пишет: «Аль-Вакиди рассказывал», это тот самый единственный его источник, «что Усман приказал Муавии
подкрепить войска Хабиба ибн Маслима жителями Сирии для похода против Армении. Муави отправил его туда и сообщил Хабибу, что Мавриян Рамейский направился ему навстречу во главе с 80 тысячами рамеев и тюрок. Хабиб был большим обманщиком, и он решил пригласить Мавриана переночевать. Его жена, то есть жена Хабиба, Абдала бинт Язид аль-Кальбия, то есть из племени кальбитов, услышала, как он об этом говорил, и сказала ему: «А где состоится твоя встреча?» Он сказал, то есть Хабиб сказал: «В палатке Мавриана или в саду». Затем он напал на них, то есть на византийцев, и убил всех, кто попался ему. Затем он пошел в палатки и обнаружил, что жена его опередила. Она стала первой арабской женщиной, которую ударила палатка, согласно тексту Аль-Химири, если вот перевести буквально, дословно, или, если вот восстановить, для которой была устроена палатка. Мы хотели бы обратить внимание на несколько моментов. Мавриан Рамейский, этот самый упоминаемый Аль-Химири, был назначен правителем византийской Армении, военачальником византийской Армении по приказу византийского императора Константа II где-то в 652-653 годах после возвращения из Армении, когда он совершил поход на Двин. То есть это явно позже 644-645 годов, о котором сообщалось ранее. То есть вот это сообщение о письме Османа. Более того, Аль-Химири, опираясь на Ат-Табари, упоминает, что Мавриан возглавлял войско рамеев и тюрок. Наличие тюркских отрядов в VII веке византийской Армении, конечно, вызывает сомнения, особенно если обратить внимание на похожий текст другого арабского автора Ибн аль-Асира, который отмечает, только 80 тысяч арамеев, то есть византийцев, но тюрок, вот, например, Ибн аль-Асир не упоминает, то есть это явно как бы добавка такая. А текст Аль-Химири намного позже был. А текст Аль-Химири был создан позже, да. Здесь интересны и языковые особенности. В частности, глагол «байета», который здесь выделен красным цветом, он имеет два значения. Первое значение – это приютить кого-то на ночь, а второе – это напасть на кого-либо ночью или внезапно. Сложно сказать, потому что, ну, что именно хотел передать Аль-Химири, но мы постарались в нашем переводе отразить два перевода, два вот этих оттенка, потому что в значении «напасть на кого-либо ночью» глагол «байята» должен употребляться с предлогом «галя». Но вот как мы здесь видим, этого предлога «галя» нет, но тем не менее контекст подсказывает, что здесь речь должна быть именно о нападении. И еще один последний вот этот момент, который мы уже отметили с палаткой. У Аль-Химири и у Ат-Табари вот использовано такое выражение «дуриба алейха сурадик», то есть как бы дословно «ее ударила палатка». Но если мы обратимся к тексту Ибн аль-Асира, то там написано «дуриба алейха хиджабу сурадикен». То есть это можно перевести, как мы уже отметили, для которой была устроена палатка. То есть вот это пропущенное слово, оно несколько меняет значение, и без обращения к тексту Ибн аль-Асира нам было сложно восстановить изначально, что именно имел в виду автор. Теперь передаю слово Карену. Да, и себе включи микрофон. Да. Меня слышно? Да, слышно. Да. Одним, наверное, из самых интересных мест текста Аль-Химири в этом трактате про Армению, в отрывке про Армению, является отсылка к этногеническому преданию об Армении, о неком Армении, прародителе армян, и именем которого названа страна и народ.
О происхождении армян от некоего армена нам сообщают и другие арабские средневековые авторы, и в данном случае интересно сравнить армянскую и арабскую версию происхождения наименования Армения. В армянской историографической традиции слово «Армения», которым соседние народы именуют Армению этим названием, возводится разными армянскими средневековыми авторами к различным потомкам прародителя армян Гайка. А именем Гайка армяне сами себя именуют Гай. То есть Гай – это эндоэтноним. Например, у Моса Захорнаци, автора V века, эпонимом Армении выступает Арам, один из правнуков Гайка. А у другого армянского автора VII века, Сибиоса, эпонимом выступает Араманьяк или Арминак в разных версиях, сын Гайка. И ну, в нашем случае, впрочем, это не имеет какого-то принципиального значения. И вот известный раввист Арам Наа Петрович Таргеладзян, о котором Давид уже упомянул, весьма интересное совпадение, что Арам Наа Петрович с армянского буквально переводится первый предок Арам, но это так. Вот Арам Наа Петрович изучил этот вопрос генеалогии армянских легендарных первопредков в арабской традиции. И он указывает, что самым ранним источником, на которого ссылаются другие арабские авторы, является Ибн Аль-Кальби, это автор, арабский автор IX века. И вот Ибн Аль-Кальби, он имел некий устный армянский источник. То есть, несмотря на то, что на всю последующую обработку предания другими авторами, вот это арабское предание об эпониме армян так или иначе восходит к армянской версии. Ну, теперь мы вернемся непосредственно к упоминанию Альхимери. И вот из текста мы видим следующее. Армения находится на границе с Джазирой и названа Армения по имени Армина, предводителя царя Яшура. Это первый вариант. Либо по имени царя Армина, предводителя ассирийцев. Здесь два варианта перевода, о которых сейчас мы тоже поговорим. Но прежде отметим, что Армения, во-первых, действительно находилась на пограничье Джазира, о чем уже говорил также Давид. Под Джазирой подразумевается территория Северного Междуречья, между Тигром и Евфратом. И вот в этом отрывке мы как раз-таки наблюдаем важную особенность арабского языка, а именно вот вариативность перевода и вариативность смыслов в зависимости от интерпретации грамматических конструкций, грамматического устройства. И вот в данном случае загвоздка у нас заключается в выражении «Ирмин Каумас Яшур Аль-Малик». Кто такой или что такое Яшур, на самом деле тяжело сказать. Можно лишь предположить, что это либо имя, эпоним Ассирии, либо это, собственно, название Ассирии. Возможно, в данном случае Альхимери передал некую искаженную форму наименования, либо же под влиянием арабской фонетики произошло чередование гамзы и слабого харфа «я». И, конечно, такое вероятно. Нам известно много случаев такого чередования в конце слова, например. Например, в слове «бэна ябни бинаун». То есть мы видим здесь чередование слабого харфа «я» и гамзы. Но чередование в начале слова, вот с таким мы сталкиваемся, конечно, впервые. А в чем заключается главная загвоздка вот этой фразы «Ирмен хаумас яшур аль-малик»? Загвоздка заключается в том, что является здесь приложением и к чему. В первом случае мы перевели как «Армин, предводитель царя Яшура». Стоит, наверное, разобрать изнутри вот эту фразу. Яшур, поскольку это имя собственное, соответственно, находится в определенном состоянии. Мы можем предположить, что Аль-Малик, который тоже находится в определенном состоянии, является определением, то есть приложением к имени Яшур. Тогда получается, что здесь речь про некого царя
Яшура. Слово «каумес» можно предположить, что является первым членом медафы. Вторым членом медафы является определенное слово «яшур». Соответственно, «каумес» тоже находится в определенном состоянии. Можно предположить, что слово «каумес» является приложением к имени Армин. Такая сложная штука здесь выходит, но в итоге очень простой перевод. Армин – предводитель. Армин – кто? Предводитель. Предводитель кого? Яшура. Яшур – кто он? Он царь. То есть Армин – предводитель царя Яшура. Это первый вариант. С другой стороны, можно интерпретировать по-другому. Можно предположить, что у слова Армин или Ирмин здесь два приложения. Первым из которых является, собственно, каумас Яшур, о котором мы уже говорили, то есть схоже с предыдущим вариантом перевода. Но здесь можно предположить, что Аль-Малик является приложением не к слову Яшур, а к слову Армин. И тогда у нас выходит, что Армин, он одновременно является и предводителем Яшур, то есть предводителем Ассирии, и одновременно же он является царем. Тогда выходит здесь два приложения, и вариант перевода таков. Царь Армин, предводитель Ассирии. Что здесь, что имел конкретно в виду Аль-Химерит, сказать тяжело, но... Да, перелистим, пожалуйста, слайд. Так. Но вот на самом деле оба варианта перевода имеют место быть. С точки зрения исторической интерпретации двух вариантов. Возьмем первый. Армин – предводитель царя Яшура. Здесь выходит, что Армин, он находится в неком подчинении от некого царя Яшура, будь то ассирийского царя. И эта версия может быть подтверждена легендой об Арии Шамиран, который известный как из армянских источников, так и из арабских источников. И вот в этой легенде речь идет о том, что ассирийская царица Семирамида, или в армянской версии Шамирам, завоевала Армению и правила над Арменией, правила в Армении. И в данном случае здесь как раз отражается то, что Армения находится в подчинении от Ассирии. Стоит отметить, кстати, вот здесь же, что, несмотря на то, что это легенда, она отражает реалии, которые были в первом тысячелетии до нашей эры, поскольку, во-первых, именно тогда существовала Ассирия как мощное государство, и, во-вторых, именно тогда происходило мощное противостояние между Ассирией и армянским Нагорьем, а именно государством Урарту, которая была одним из главных противников Ассирии. В общем, это первый вариант перевода. Второй вариант «царь Армин, предводитель Ассирии» подразумевает, что наоборот, Ассирия находилась в неком подчинении от Армении. Этот вариант также вероятен ввиду того, что, например, в армянской исторической традиции есть легенда о том же Араме, о котором я уже говорил, именем которого и названа Армения по армянской версии. И вот... да, и вот Арам, согласно армянской легенде, подчинил Ассирию. Он расширил границы Армении, подчинил Ассирию, которая платила потом дань Армении. И, во-вторых, есть еще арабская версия легенды об Арии Шамирам. В арабской версии эта легенда представлена в более широкой версии. И там говорится о том, что после того, как Семирамида завоевала Армению, после ее смерти правил ее сын Арсис, который в итоге проиграл борьбу армянским царям. И армянские цари установили господство над страной Нинауа, то есть Ассирией, а Ниневией. И ассирийцы платили дань Армении 20 последующим армянским царям.
То есть здесь, конечно, интересно, что в армянской традиции такого упоминания не сохранилось, но есть именно в арабской версии. Но нам интересен в данном случае сам факт того, что Ассирия подчинялась Армении. Это все было к тому, чтобы понять, что конкретно хотел нам передать, собственно, Аль-Химьери. Подразумевал ли он первое или второе? Точно сказать нам тяжело, но на самом деле обе версии вполне вероятны. Да. И чтобы окончательно понять, что здесь имеется в виду, наверное, стоит привлечь более широкий круг источников, которых, наверное, нам сейчас пока не хватает. Да, перелистни слайд, пожалуйста. Так, верни. Угу. Дальше в тексте Аль-Химьери рассказывается о том, что именами сыновей вот этого Армина названы населенные пункты, а именно Ардебиль, Варсана, Дабиль и Байлакан. Местонахождение всех этих городов нам сегодня известно. Вообще, с точки зрения языка, в данном отрывке нам стоит обратить внимание на слово «марахель», которое стоит во множественном числе. «Марахель», то бишь «населенные пункты». Оно вообще чаще всего встречается в двух значениях, а именно первое – это значение «этап» или «стадия», и второе значение в качестве обозначения меры длины. И вот в этих двух значениях множественное число «марахель» образовано от единственного числа «мархаля». Здесь же о Аль-Химьери вот эти два значения, они явно по контексту и по значению не подходят. И вот мы нашли в словаре Штейнгаса значение «марахель» образовано от единственного числа «мирхаль» в значении «места остановки на пути путника». И вполне этот вариант вполне подходит в данном отрывке. Мы перевели поэтому как населенные пункты. Что нам известно об этих городах? Во-первых, интересно, что в этом списке среди сынов Армина упоминается Ардебиль. Ардебиль – это город на севере, северо-западе Ирана, в одноименном Астане Ардебиль. Почему Аль-Химьери включил вот этот город в список сынов Армина, непонятно. Но в других в источниках арабских Ардебиль также упоминается как сын Армена, но здесь все-таки остается вопрос, почему. Также город Варсана – это город на берегу реки Аракс. В армянских источниках это армянский город, он известен в армянских источниках как Варданакерт. Сегодня его уже не существует. Город Дабиль – это есть средневековая армянская столица Двин, которая была завоевана арабами, была оплотом арабов в Армении. И еще один город, который упоминается, это Байлакан. Где конкретно находится, то есть какой конкретно археологической... археологическим комплексом, с каким конкретно он сопоставим, мы сегодня сказать не можем, но можем точно сказать, что этот город находится в междуречье Куры и Аракса. Об этом городе мы еще чуть потом упомянем в контексте дальнейшего перевода. Перейдем дальше. После упоминания сынов Армина Аль-Химьери передает предание об охоте Харуна ар-Рашида в землях Маусуля. Сейчас я зачитаю вот этот отрывок, чтобы было, чтобы было понятно, был понятен контекст, и чтобы мы могли проанализировать его. По сведениям некоторых источников, однажды вышел ар-Рашид на охоту в землях Масула и сидел на его руке белый сокол. Взволновался сокол, и ар-Рашид выпустил его на волю. Птица парила в небе, пока и вовсе не исчезла из виду. Ар-Рашида настигло отчаяние, вдруг он поймал существо, подобное змее или рыбе, с перьями, похожими на рыбьи плавники. Рашид приказал поместить это существо в сосуд, и когда он вернулся с охоты,
а к нему прибыли ученые мужи, и он спросил их: «Знаете ли вы, кто обитает на открытом воздухе?» И ответил ему мукатель: «Повелитель верующих, со слов твоего деда Абдаллы, сына Аббаса, мы сообщаем тебе, что воздушное пространство населено различными тварями. Из них наиболее близкие к нам обитатели – это существа, которые откладывают яйца на открытом воздухе, где они появляются на свет. Суровые небеса возносят их и взращивают, пока у них, подобно змее или рыбе, они вырастут крылья без перьев. А ловят этих существ белые соколы, обитающие в Армении». Ар-Рашид вынес мукателю сосуд с существом и вознаградил его. Представь слайд дальше, да. Как мы видим, здесь этот отрывок полный различных чудес. Что это за белые существа? Что это за существа, подобные на рыб или змей? Непонятно. Но понятно, это все сказки. Здесь что интересно. Во-первых, на какие источники опирался, собственно, Аль-Химбери. Мы обнаружили похожий отрывок у Аль-Масуди, автора X века. И вот у Аль-Масуди история, вот эта самая история об охоте Харуна ар-Рашида представлена более точно, вот поскольку при сравнении мы нашли более конкретные места, которые нам помогли воссоздать картину, которая описывает, собственно, Аль-Химбери. Потому что в Аль-Химбери многие моменты без сравнения оставались непонятными. И в этом отрывке интересно упоминание белых соколов. Если коротко, Масуди, он упоминает вот этих белых соколов во время своего путешествия по Каспию на север. Вот об этом мы вычитали в книге Дмитрия Валентиновича Микульского про Аль-Масуди. Да, и вот там как раз Дмитрий Валентинович описывал вот этих белых соколов. И, собственно, Масуди упоминает вот этих белых соколов во время своего путешествия по Каспию. Масуди хотел удостовериться, что Черное и Каспийское моря не соединяются. И вот там он говорит, что белые соколы, они очень быстрые, и за это они очень ценились. И для арабов эти белые соколы были диковинкой. И их как раз импортировали фактически из стран Прикаспийского региона, в том числе из Армении. Согласно Аль-Масуди, Армения имела выход к Каспийскому морю. Их привозили в арабские страны. Там они очень ценились. Сложно сказать, существуют ли сегодня, обитают ли сегодня белые соколы в этой территории, но как минимум это отражает реалии того времени, когда были созданы вот эти источники. Еще интересно было бы обратить внимание, если вернуться немножко к тексту, к слову «мукатель». Изначально слово «мукатель» само по себе, по отдельности, означает «воин». Изначально мы перевели это слово как «воин», но поскольку в дальнейшем в тексте оно упоминается без определенного артикля, хотя уже упоминается второй раз в этом же отрывке, без определенного артикля и еще и в назве с танвином, это явно указано на то, что мукатель – это не просто имя, это имя собственное. Соответственно, мы предположили, что мукатель – это некое реальное лицо. Кто такой конкретно этот мукатель, сказать тяжело, поскольку нам известно только имя. Но мы предположили, что, возможно, это мукатель ибн Сулейман, известный, самый ранний автор тафсиров, один из самых ранних авторов тафсиров. И, возможно, это он. Здесь единственная загвоздка, конечно, в том, что мукатель ибн Сулейман умер в 767 году, когда Харуна ар-Рашиду, о котором идет речь в этом предании, ему было всего лишь один год от роду. Поэтому, конечно, эта версия имеет свои слабые стороны, но
учитывая, что средневековые арабские тексты, скажем так, имеют свойство ошибаться, иметь анахронизмы, такая версия имеет место быть. Может быть, это какой-то другой мукати, но, в принципе, в данном случае у нас картина это не меняет. Да, и последний момент, который раскрывался, и, наверное, мы на этом закончим. Нет, там еще последний. Ну, ничего, да. Это упоминание некой речки Ади, которую вырыл в 99 году по хиджре Ади ибн Ади. Это был правитель Армении. Этот текст явно был, ну, не заимствован, но, по крайней мере, опирался Аль-Химери на других авторов. Аль-Химери конкретно не пишет, где находилась вот эта речка, но если опираться, например, на Аль-Балазури и Аль-Куфи, то они отмечают, что вот эта речка находилась на территории Байлакана, которую мы уже упоминали. Но, тем не менее, мы предположили, что все-таки текст Аль-Химери ближе к другому арабскому источнику 13-14 веков, Ибн Манзуру. Да. И последний кусочек про некую чудесную долину в Армении можно зачитать коротко. Одной из чудес Армении является долина, которую никто не может увидеть, никто не может приблизиться к ней, никто не ведает, что в ней. И если поставить горшок на край долины, то ее содержимое вскипит и сварится. В Армении есть кислая вода, вероятно, это минеральная вода, известная своей кислотой. И если набрать ее в сосуды, то она станет пресной, ее можно будет пить. Это, конечно, чистый аджаиб, здесь просто какие-то чудеса. Что это за долина, упоминается у Аль-Химери, неясно. Впрочем, он сам говорит, что долина, никто не знает, где она находится. Да? И единственное, здесь интерес вызывает кислая вода. Вот согласно Тергивандиану, а есть вероятность, что вот эта кислая вода, она упоминается еще и в других арабских источниках. Это место под названием Джермук возле Карина, современный Эрзрум. Карин, Феодосия, Эрзрум. Это лишь версия, но так или иначе, как интересно отметить. Впрочем, этот весь кусочек фактически заимствован полностью у Аль-Бакри, автор XI века, и в очередной раз это доказывает то, что Аль-Химери пользовался большим количеством различных источников. Ну, на этом мы бы хотели завершить нашу презентацию. Благодарим за внимание, будем рады ответить на ваши вопросы. Большое спасибо обоим докладчикам. С интересом мы прослушали ваши соображения по сложным отрывком перевода, который мы действительно неоднократно обсуждали. Но я хочу отметить, что в очень небольшой, в общем-то, статье про Армению, Ирминию, как ее называет автор, содержится масса увлекательных историй, и здесь были представлены только некоторые, понятно, из них. А так вообще удивительно просто, сколько всего можно уместить на там какой-то половине странички, но, впрочем, убористым текстом. И я бы хотела поинтересоваться, во-первых, есть ли вопросы к Арену и Давиду, а также есть ли, коллеги, мнение по поводу трудностей перевода, которые были отмечены в сообщении. Может быть, вы что-то хотели бы подсказать или, наоборот, опровергнуть? Кто-то хотел бы что-нибудь сказать? Если можно презентацию пока свернуть, да, чтобы мы видели, вдруг кто-то поднимет руку, не желая писать в чат. Пожалуйста, наблюдаем. Так, пока не видим никаких рук. Наверное, так, Николай Архипов, пожалуйста, участник проекта. Коля. Да, скорее есть одно дополнение касательно армин каумас яшур, вот этого словосочетания. У нас была еще одна версия, которую ребята решили уже не включать в состав презентации, что слово каумас или кумис, оно может быть, это совсем не доказано, заимствование, дошедшее из латыни.
Дело в том, что слово «калмос» по своему внешнему виду напоминает заимствование из греческого языка. По крайней мере, в одном из сирийских словарей, словаре сирийского языка, слово «калмос» или «кумис» толкуется как что-то по-гречески. Далее я решил уже посмотреть. Я просто занимался как раз этой версией, разработкой этой версии. Я стал искать, что значит слово «комис». В греческом языке слово «комис» обозначает либо некого человека при дворе императора. Да, главное значение в греческом – это какой человек при императорском дворе. Комит есть такой термин. Но в греческий язык оно попало из латыни, где помимо значения, которое в греческом языке, есть еще и значение компаньон или даже покровитель. И в латыни это слово использовалось как союз, который ставился перед именем какого-то божества, чтобы показать, что это божество покровительствовало некому императору, и этот император был его любимцем. Так, например, император Константин, бытность свою в язычестве, чеканил монеты, где пишется слово, родственное слову «комес», и которое намекает на то, что непобедимое солнце, божество непобедимое солнце, было спутником или покровителем этого императора. Итак, у меня появилась тогда версия, что «комис» и «ашур» имеется в виду, что Армин, любимец Ашура. То есть была такая версия. Насколько она достоверна, судить мы пока что не можем. Но ребята больше придерживаются все-таки версии, что это что-то другое. Да, благодарим, Николай, за вашу версию. Я зачитаю также комментарии Ирины Алексеевны в чате. В русскоязычной историографии слово «византийцы» употребляется довольно редко, более частотная версия «ромеи», но у нас в переводе встречается, как мы помним, и то, и другое, да, с какими-то даже оттенками значений. Вот примем к сведению такую ремарку. Спасибо, Ирина Алексеевна. Кто-то еще, коллеги, может быть, что-то хочет сказать или спросить. Если пока нет, то мы еще раз благодарим докладчиков за подготовленную хорошую презентацию, очень детальную и интересную во всех отношениях. И передаем слово следующему мини-коллективу проекта, который нам представит продолжение рассказа про Дамаск. Дамаск – драгоценнейший город Шама, название этого сообщения. И это совсем другая история, это описание всего великолепия Дамаска, но которое также сопровождается описанием неких необычных традиций и каких-то тоже, может быть, чудес. Не знаю, что вошло в доклад, мы сейчас послушаем. Снежана Чернявская, Николай Архипов и Маргарита Андреева. Пожалуйста, вам слово. Да, здравствуйте всем. Я сейчас запущу презентацию. Видно, да? Да, это видно. Все, спасибо. Угу. Ну, всем еще раз здравствуйте. Как сказала Лариса Альбертовна, у нас уже была одна встреча касаемо статьи о Дамаске. На ней мы разбирали в основном фрагменты из начала и середины статьи, а сегодня мы покажем фрагменты из конца статьи. И начать нашу презентацию я бы хотела с описания Альхимьери мечети Дамаска, соборной мечети Дамаск. Также стоит упомянуть, что помимо описания архитектуры, Альхимьери включает в статью и исторические сюжеты. И перейдем к переводу. Соборную мечеть Дамаска построил Валид ибн Абдальмалик в 88 году. Мечеть находится в черте города, и нет на земле подобного ей сооружения.
более прекрасного обликом, более совершенного по композиции и также сияющего драгоценными камнями, позолотой, белым известняковым камнем и полированным мрамором. Удивительно, что пауки там не плетут паутину, и туда не залетает птица, известная под названием ласточка. На эту мечеть Аль-Валид ибн Абдельмалик тратил весь доход Шама за 2 года. Согласно упоминанию ибн Аль-Муаллы Аль-Асади, расход составлял 400 сундуков, а в каждом сундуке 28 тысяч динаров. Так что общая сумма составила 11 миллионов 200 тысяч динаров. В мечети есть также и удивительные памятники, и об одном из них нам расскажет Николай. Да, я жду переключения слайда. Да. Я переключила, не видно? Все, видно. Говорят, что купол был построен сабиями и был их местом для моления. Затем греки стали проводить в нем свои религиозные обряды, а после греков он принадлежал идолопоклонникам, располагавшим там свои идолы. Затем он перешел в руки евреев или иудеев. В то время был убит Яхья бен Закария, а его голову повесили на воротах мечети, называемых Баб-Джирум. Потом его захватили христиане и сделали его местом своего богослужения. Затем его отвоевали мусульмане и превратили в соборную мечеть. Здесь у нас наибольшие сложности при переводе вызывало слово «би'а», потому что оно исторически передавало очень широкий спектр разновидностей религиозных сооружений, то есть начиная с поздней античности до Средневековья. С одной стороны, слово «би'а» использовалось для обозначения и христианских, и иудейских культовых сооружений. Оно, вероятно, родственно сирийскому «байта», которое чаще всего обозначает христианский храм. И в одной из сабийских надписей, которые датируются 548 годом от Рождества Христова, слово «родственное би'а» обозначает именно христианское место поклонения. Но вот уже в Коране, в суре Аль-Хаджи, аят 40, слово «би'а» находится в таком контексте, что его можно трактовать как и христианское, и как иудейское место поклонения. Смыслы, которые вкладывали в это слово, очень разнятся. С одной стороны, особенно это встречается у христиан в сочинениях, это слово обозначает не какое-то религиозное сооружение, не какое-то место для проведения богослужений. Оно обозначает, ну, в частности, у мелькитского богослова Абдаллаха ибн Аль-Фадля, жившего в XI веке, и коптского богослова Софии ибн Аль-Ассаля, который жил в XIII веке, у них встречается выражение «Аль-Би'атуль Мукаддаса». Это церковь как вселенское явление, как такая общность всех истинно верующих христиан, всех православных христиан, которая возглавляется Иисусом Христом. Но в другом смысле слово «би'а», если оно обозначает какое-то место конкретное, здесь тоже сложности. Потому что, с одной стороны, слово «би'а» было синонимом слова «дейр», то есть монастырь. С другой стороны, слово «би'а», если его сравнивать со словом «кяниса», два понятия между собой, то «би'а» чаще обозначало храм как вот конкретное архитектурное сооружение, в котором верующие собирались для молитвы, то есть конкретная постройка. А слово «кяниса» чаще обозначало территорию храма. И здесь, в нашем кусочке для перевода, немного непонятно, что значит «они превратили его в би'а». То есть би'а может трактоваться как территория, которая относится как территория, которая относится к храму. По такому же принципу и мечеть Алякса – это не только сама мечеть, не только само сооружение мечети, но и вся
прилегающая к ней территория. Также и здесь. С другой стороны, слово «биа» может обозначать даже и монастырь. То есть здесь трактовка открытая остается. Можно на следующий слайд. Это усыпальница пророка Яхьи, которая находится в зале для моления в мечети Амияда в Дамаске. Внутри, как считается, хранится голова пророка, которая отождествляется еще с библейским Иоанном Крестителем. Можно дальше. Следующий момент переводческих сложностей связан с понятием марджа, которое породило вообще очень широкую дискуссию у нас. Здесь мы приводим отрывок из сочинения Ибн Джубайра. Ибн Джубайр — это тоже путешественник из Магриба, на сочинение которого во многом опирался алхимии. Он употребляет выражение «фаякуну таксируху», то есть площадь мечети Амьядов, «миналь мараджа аль-харбия». И что значит «аль-мараджа аль-харбия»? Судя по контексту, это все-таки мера площади. Но если мы перелистнем на следующий слайд и увидим, что писал об этом Аль-Химери, то возникает некоторый вопрос. Следующий. Кто перевел? Еще раз. Да, вот видно. Аль-Химери пишет. Длина мечети с востока на запад 200 шагов или 300 локтей, а ширина с юга на север 135 шагов или 200 локтей. Площадь ее в марджа 24 марджа. И такую же площадь имеет мечеть посланника Аллаха. Однако мечеть посланника Аллаха вытянута с юга на север. Итак, изначально мы не стали переводить слово марджа, потому что мы посчитали, что это название для меры площади. Позднее, когда мы пытались понять, что же это значит, что такое марджа, в этом контексте, благодаря Андрею Владимировичу, мы выяснили, что, возможно, это слово заимствовано из польского языка, где слово «морга» обозначает площадь участка земли, которую крестьянин мог спахать за время с утра до обеда. И здесь очень интересный путь заимствования этого слова в арабский язык, предполагаемого заимствования. Дело в том, что, как нам говорил Андрей Владимирович, в раннее Средневековье Польша была наводнена арабами, особенно ее юго-восток, где едва не возникла целая политея арабов-мусульман. И поскольку по Европе в это время передвигалось много выходцев из Магриба, вероятно, что они и заимствовали это слово. То есть слово «марджа» здесь пристает как арабизированная такая версия польского слова «морга». Но есть и другое мнение, выраженное Муртазиным Маратом Фахрисламовичем, что слово «марджа» обозначает каждую из 24 ниш в стенах двора Амиядской мечети. Дело в том, что в фикхе «марджа» — это источник решений, которые принимает факих. А «марджа'ия» — то есть это, соответственно, ассоциация факихов, которые принимают решения. Следовательно, в данном контексте вот этого отрывка марджа может обозначать и ниши, в которых якобы заседали эти факихи при вынесении разных решений. Следующий слайд. Дальше слово снижение. Снежана. Да, всем добрый вечер.
Дальше же я представлю вам отрывок, который описывает один из известнейших памятников мечети Мирьяды. В частности, Альфия Мирия пишет о нем так. А справа от выхода из ворот Бабчего находится павильон, имеющий вид большой круглой арки, в которой есть окна и желтые нити. Они открывались подобно маленьким дверцам каждый час в течение светового дня и приводили в движение механизма. По истечении часа две медные гири падали из крылов двух медных соколов, каждый из которых стоял на медной чаше. Один из соколов находится под первой дверцей, а второй под другой. В обеих чашах проделаны отверстия. Здесь, наверное, главная сложность составляла то, как это лучше передать в природе, поскольку данные часы уже давно утрачены. И на сегодняшний день этот павильон выглядит так. Марко, пожалуйста, следующий слайд. Немножко долго спужаться. Вот. После многочисленных реконструкций, пожаров и землетрясения, которым был охвачен Дамаск, от этих часов остался только купол на колоннах. Можно, пожалуйста, обратно. В частности, здесь еще была одна сложность, это как лучше перевести слово «сухо», поскольку здесь, в данном отрывке, оно употребляется в двух значениях. Первое значение цвета, а второе значение материала. Поэтому мы выбрали в качестве оптимального варианта перевод «желтая медь», поскольку слово «сухо», во-первых, относится к слову «асфальт» – «желтый», а само слово «сухо» еще имеет значение «желтая медь», «латунь» и «бронза». Но мы остановились на варианте «желтая медь». Далее передаю слово. Маргарита. Спасибо, Снежана. Вы видите слайд? Да. Про церковь? Да. Так, здесь я расскажу про церковь, которая находится в Дамаске. Внутри города есть церковь, имеющая большое значение для византийцев, известная как церковь Девы Марии. Она является для византийцев второй по значению святыней после Иерусалима. В ней византийцы проводят богослужения, и никто им в этом не препятствует. Основная сложность этого абзаца была в том, что дословный перевод последней части предложения звучит так. «И она в руках византийцев, и нет препятствия им в ней». Мы посчитали, что раз уж это церковь, то в ней ведутся богослужения, и именно в их проведении византийцам никто не препятствует. Так. Вот так церковь выглядит сегодня. Находится она в христианском районе города Дамаска. Район называется Баб-Тума. Также была несколько раз перестроена, но изначальный свой вид она, конечно, вряд ли сохранила. Спасибо. Так, пожалуйста, кто рассказывает про приюты? Дальше можем мой отрывок. В Коми появляются на 20 школ и 2 больницы-приюты для душевнобольных и обездоленных. Одна из этих больниц расходует день примерно 15 динаров и взимает с больных плату, а также издержки на лекарства и еду, в которых все нуждаются. Каждый день врачи приходят к больным рано утром и назначают приготовление подходящей для них пищи и лекарств. В больнице есть находящиеся в клетках душевно больные, у которых уже есть собственное лечение, и они прикованы надежными цепями. Для оградить на словах от испытаний. Интересный момент здесь с использованием слова «маристань». «Маристань» или «гимаристань» – это слово персидского происхождения, которое означает «больницу». Интересно, что в средние века «маристань» играли
роль больниц широкого профиля, то есть там существовали отдельные помещения как для приема, как для обычного приема больниц, так и для лечения инфекционных больных и страдающих психическими заболеваниями. Так, следующий слайд, пожалуйста. В качестве перевода мы выбрали, чтобы описать то, что это больница широкого профиля, мы написали, что это и больница как для душевнобольных, и так и обездоленных. Но чтобы не повторяться для душевнобольных и больных, мы выбрали слово «обездоленные». В качестве примера сохранившихся до наших дней Нористана, это Альби Нористан в Аннуре. Он был построен в 1154 году, и сейчас там находится музей, посвященный арабской медицине. То есть это большой комплекс, большое здание. И Альби-Маристан Аннури может нам показать, как выглядели все эти Би-Маристаны во времена Альхимии. Вы видите, да, следующий слайд? Просто у меня, наверное, быстрее показывается, чем у вас. Все в порядке. Помимо описания различных архитектурных объектов, Альхимьери также описывает и традиции народа. И вот одна из них – это похоронная процессия. У жителей Дамаска есть обычай идти перед похоронной процессией вместе с чтецами, которые декламируют Коран громкими печальными голосами и с плачущими интонациями. Все они идут, а их цепленные руки отведены назад. И в этом положении они совершают прощальный поясной поклон. И уважаем из них тот, кто придерживает полы своей одежды над землей на высоте 1/5 и кладет свою руку поверх другой позади себя. Вслед за молитвами они используют рукопожатие как после утренней молитвы, так и после полудня. Я бы не сказала, что здесь были какие-то сложности. Интересно было, как отразить то, что писал Альхимьери на русском языке, и чтобы смысл данного отрывка сохранился. У меня все. Так, товарищи авторы доклада, у вас какая последовательность? Так. Дальше есть один отрывок, в котором можно сказать, что Альхимьери был большим поэтом и мастером их описания. Под куполом медный фонтан тонкой работы, из которого бьет ключом вода. Струя воды поднимается на высоту человеческого роста и затем спадает в прекрасный мраморный бассейн. Этот купол обвит железной сетью. Поверхность фонтана украшена мозаикой с изображениями газелей и других животных. Если ты увидишь этот фонтан полной воды, то согласишься с тем, что вид его изящен. При переводе здесь скорее можно сказать, что этот отрывок позволяет нам перенести свою эпоху и узнать, как выглядел этот фонтан до всех реконструкций, поскольку сейчас он выглядит подобным образом. И отрывок, который очень короткий, но при этом вызвал большущее обсуждение у нас, которое длилось во время самого занятия, около часа точно. Ущелье Орлов или Сани-Атоль-Аукаб, расположенный недалеко от Дамаска, и начинается в местности, где живут христиане, и, расширяясь, доходит до ворот Бабтула. Первоначально, когда я переводил этот отрывок, я не смотрел, что значит Сани-Атоль-Аукаб, и так как без огласовок слово «Аль-Аукаб» можно прочитать и как «Аль-Айкаб», что
является множественным числом для слова «акаба», то я сначала стал смотреть по словарям, что значит «санит» и что значит «акаба». И так в арабско-английском лексиконе Эдварда Уильяма Лейна, большой арабско-английский словарь, слово «санит» разъяснялось как, цитата, «длинная гора, лежащая поперек дороги и пересекаемая ею», или другое значение «высокогорная дорога». А слово «акаба» оказалось, что имеет схожий смысл. Оно означает либо проход в горе, то есть как туннель, то есть дорога, проходящая через гору, либо просто как ущелье, либо дорога, проходящая по верхней части горы, или трудный для восхождения участок горы, или вот что особенно характерно, что поставило меня в ступор, тоже длинную гору, лежащую поперек дороги. То есть ровно такое же значение, как у слова «сания». И поэтому сначала я оказался в большущем затруднении. То есть как передать слово «саниет» и как передать слово «айкаб», если «саниет» и «айкаб» – это одно и то же, почти что. Но дальше выяснилось, что существует и слово «аукаб», которое обозначает «орел». И появилась версия, что это все-таки ущелье орлов. Так мы достаточно долго спорили о возможном варианте перевода, пока не открыли для себя, что была битва при «саниет» «аукаб», где уже точно была проставлена гласовка «дамма», что это битва при некоем месте, которое называется, которое просто носит название «саниет аукаб». И далее мы выяснили, почему эта местность носит такое название. Дело в том, что «аукаб» – это название для знамени, которое внес в эту местность Халид ибн аль-Валид. Он командовал как раз войсками мусульман в битве при Саниет аль-Укаб. И он вошел туда с этим знамя. А само знамя аль-Укаб – это знамя, которое принадлежало самому Мухаммаду и его жене Айше. А сейчас знамя аль-Укаб ассоциируется с черным флагом, который часто, к слову, используется разными джихадистскими группировками. Они возводят обычно свою родословную своих флагов как раз вот к этому черному знамени аль-Укаб. Было ли оно черным на самом деле или нет, это дискуссионный вопрос. И вот есть несколько вариантов. С одной стороны, можно перевести выражение «саниет аль-Укаб» как «ущелье орлов». С другой стороны, можно перевести как ущелье знамени аль-Укаб. И на этом моя часть закончена. Спасибо, Николай. Я позволю себе здесь немножко вмешаться и обратить внимание на то, что написано внизу. Это ведь не ошибка, битва при Санита аль-Укабе, а это попытка перевода с английского варианта, который распространен. И который, в общем-то, является ошибочным, как мы видим, вот эта интерпретация «Battle of Sanita al-Ukab» вместо «Saniyat» тогда, да, должно было бы быть «Al-Ukab», оно, конечно, тоже здесь совершенно искажает все эти реалии, все эти смыслы. Вот «Sanita al-Ukab» оказалось «Saniyat al-Ukab», и я думаю, что наш вариант, он, наверное, правильный. А вот насчет соотносимости его с флагом, о котором Николай упоминал, это, конечно, вопрос такой пока до конца непонятый. Да, Николай? Вы считаете, что это имело отношение к орлам? Или это просто как бы вот название флага, которого этимологию мы еще знамени? Мы должны еще смотреть, почему он так назывался. Мое личное мнение, что более корректный перевод
все-таки ущелье знамени Раукаб, потому что ну, просто это, такая этимология встречается у арабских историков. Наверное, только поэтому. Еще мог бы дополнить насчет вариаций в переводе слова «сания». Мы тоже долго пытались определиться, договориться, как же все-таки его переводить, пытаясь представить, как вообще эта сания может доходить до ворот Баптума. Очевидно, что гора до ворот Баптума доходить не может, тем более, что в местности, где находится Баптума, гор нет. Мы условились, что это высокогорная дорога, но потом вот как раз появился вариант ущелья. Ну, я сам считаю вариант ущелья достаточно удачным. Так, спасибо. Мы понимаем так, что это завершающий слайд доклада, да? Да, Лариса Альбертовна. Благодарим вас за сообщение. Но я хотела, чтобы вы еще поделились источниками, с которыми мы работаем. Но поскольку сейчас этого слайда нет, то, может быть, на будущем семинаре, следующем уже, в третьем модуле, мы покажем тогда все эти словари. Это тоже очень интересно. Хочу внести небольшую поправочку в обсуждение вопроса о Мараджа. Мы видели, да, и там в тексте Рихлет ибн Джубейр, и нам подсказал Исламбек Малдинович в свое время, спасибо ему, что это именно относится, то есть мы должны говорить о словосочетании Мараджа Гарбия, да, это именно в западной части арабского мира в те времена применялись вот такие вот, вот этот термин Мараджа Гарбия, он именно шел Мараджа с таким в таком сочетании, а версия Марата Фахризламовича, она, конечно, тоже очень интересна, но пока вот не подтверждается ничем с точки зрения языковой, а только, пожалуй, совпадением того, что мы считаем площадь, он описывал, равна 20, да, таксир, как площадь, 24 марджа, а там есть действительно такое же количество ниш, и, в общем, наверное, надо все-таки здесь говорить о площади, потому что таксир, ну, да, и контекст подсказывает, что речь идет о единицах измерения площади. Но мы еще будем над этим думать. Уважаемые участники, я вижу, Андрей Владимирович хочет прокомментировать. Андрей Владимирович, пожалуйста, вам слово. Я в отношении, да, спасибо, я в отношении Таниту Раукаб, я призываю участников проекта еще посмотреть один вариант. Даю наводку, значит, в Journal of the American Oriental Society, Volume 118, номер 1, в 1998 году, было опубликовано ревью Таиба Аль-Хибри. Значит, он писал ревью работы Альбрехта Норта под названием The Early Arabic Historical Tradition, A Source Critical Study by Albrecht North, Michael Bonner. На самом деле, почему я это говорю? У него очень интересный приводится вариант перевода. Он как раз пишет на английском языке «саният Аль-Укаб». Он не пишет, он правильно пишет по-английски транслитерацию, но он называет это «the heights of the eagle» или «the eagle heights». То есть он «сания» определяет не как ущелье или долина, а как холмы, да, то есть некая возвышенность. То, что хайтс – это либо холмистая местность, либо, скорее всего, это возвышенность. Вот туда посмотреть, может быть, географически можно найти такое место, и оно уже не будет связано, скажем прямо, ну, достаточно сомнительной версией флага орла. Потому что флаг орла, если вы помните, орлы на боевых знаменах, а также на штоках, да, это была традиция исключительно римская. Соответственно, я могу представить себе, что ромеи шли в атаку с орлом на палке. Но Халид ибн аль-Валид с орлом – это история такая для меня очень сомнительная. Может быть, это все-таки некая возвышенность.
туда посмотреть. Лариса Альбертовна, у вас микрофон выключен, поэтому мы с удовольствием видим, как вы говорите. Я бы хотела, чтобы эхо вашей речи не мешало участникам слушать ее максимально внимательно. Нечего так близко сидеть. Благодарим вас за ремарку. Мы обязательно это тоже учтем в нашей будущей работе. И всех присутствующих приглашаем принять участие в обсуждении этих и других вопросов, которые возникают у нас, и присоединяться к нашим семинарам, которые проводятся регулярно, каждую неделю. Мы всем всегда рады. Если кого-то это заинтересует, пожалуйста, мы направим ссылки на наши рабочие материалы и будем рады всех видеть. Уважаемые участники семинара, есть ли какие-то еще вопросы, пожелания, замечания? Пожалуйста, Асланбек Малдинович. Так, два замечания. У Карена, по-моему, сейчас я точно помню. Так. Было написано про как обманщик. Там да. Полководец, вот, да. Ну, да, вот обманщик там некорректно перевёл. Да, да. Ага. Ну, там было макер или как-то перевод обманщик. Обманщик, само собой, в любой войне есть такой обман, ну, как стратегия. Ага. Больше всего будет как-то ловкость, хитрость там, а не обман. Поскольку вот в таком кратком переводе слово «обман» не слишком-то хорошо звучит. Одно, второе, в последних слайдах, когда говорилось о больницах, приютах, там говорится о, так сказать, больных, умалишенных, так скажем, больных, там сказано «закреченные в клетке». Я там заметил, там речь не о клетках идет, что они «муатакал». «Муатакал» — это место... То есть это не обязательно должна быть клетка, его можно где-то вот запереть. Это может быть как... То есть само понятие, что их заключают в клетках, это опять-таки некорректно. Тем более, когда в то время исламский мир был вот известен своей гуманностью, не только в отношении людей, но и в отношении животных, то перевод был очень некорректный. Спасибо, Асланбек Мавдинович, да. Назначение заключать в клетке, это было просто запрещенно. Мы же говорили про эту атаку, что это имеется в виду изолированный. Ну вот изолированный, когда мы находим, пытаемся найти подходящую передачу, да, и слова, и смысла, текст Альхимьери, то изолированный точно не подойдет. Но спасибо, да, мы поняли идею, и я думаю, что Снежана здесь пыталась облечь ее как раз в какую-то форму, чтобы понять, что их оттуда не выпускали. Ну да, наверное, не клетки, а как-то еще подумаем. Еще вот слово «мирхал» — это мир, то есть это расстояние, которое проходит человек за сутки. То есть это мир. Да. Да. Расстояние. Часто включают географическое трактование. Нет, я согласен с ребятами. Дело в том, что понятие «мирхаль» как место остановки путника в конце дневного пути, такое присутствует. Его можно найти в ранних географических трактатах и в определенных словарях. Но, конечно, оно основу свою берет от стадии. Да, это на самом деле римская стадия, да, это арабская «мирхаль» или «марх». Дело в том, что Альхимьери часто как меру пути употребляет мирхаль или мархаль, марахиль. Но в данном случае это явно не подходило в статье про мирхаль. Мы нашли второе значение, да. И здесь оно второе значение как раз и... Спасибо большое, уважаемые коллеги и все участники. Ирина Алексеевна там руку подняла. Ирина Алексеевна, а мне не видно два экрана, много участников. Это очень приятно. Прошу ассистентов следить тоже. Ирина Алексеевна, вам слово. Да, добрый вечер, уважаемые участники семинара. Я, к сожалению, на начало не успела, но старалась внимательно все слушать и хотела бы выразить свою поддержку всем участникам этого семинара и руководителям.
Ну, я себя к переводчикам не отношу, но будучи как бы человеком, который вырос в переводческой среде, понимаю, какой это большой и тяжелый и ответственный труд, поэтому хотел бы поддержать и руководителей проекта, и студентов, которые выполняют такую ответственную, сложную, кропотливую работу, работу, наверное, сравнимую с работой, не знаю, каких-то следователей, там, детективов фактически. Она очень сложная, но очень интересная, поэтому я вам желаю всего самого доброго и продолжения вашей интереснейшей работы. Большое спасибо. Будем рады видеть всех на следующих наших встречах. Всем хорошего вечера. До свидания. До свидания.